Закрылась профильная смена областного лагеря труда и отдыха подростков «Берендеевград-2012». Она проходила 10 дней в Благовещенском эколого-биологическом центре. Более 20 школьников из Серышевского и Мазановского районов разделились на несколько бригад. Одни в течение смены пололи клумбы, другие сажали растения, третьи занимались ремонтной работой на территории эколого-биологического центра. Работали дети до обеда. Потом в Берендеевграде проводились экскурсии и концерты. Организовывали здесь и традиционный для всех детских лагерей день самоуправления. Кстати, на закрытии смены все получили трудовые книжки. Это уже вторая смена в этом году. Первая завершилась 19 июня. Тогда здесь отдыхали 20 школьников из Белогорского и Тамбовского районов. В августе Берендеевград откроет свои двери в третий раз за лето.